Всем привет! Я сегодня покажу, как надо настроить Overwatch, чтобы он автоматически не переключался на азиатский регион. Так, давайте сразу перейдем. Так, давайте я пока выключу веб-камеру. Заходим сюда. Вот, сеть. Открываем открыть параметры сети и интернет. Окей. И тут идем вниз. Нажимаем Brettmauer Windows. Дополнительные параметры. Заходим исходящие, подключаем правила исходящих подключений. Создаем правила. Для программы. Все программы. Блокировать подключение. Далее. Напишем тут ov блок, например. Готово. И вот это правило два раза нажимаем. И заходим в область. Тут надо сделать, указать IP-адреса, добавить. И мы добавляем вот эти IP-адреса в диапазон. Добавляем. Не то. И все, круто. Нажимаем применить. Окей. И у вас вот это правило должно быть, вот здесь показано, что оно включено. Окей, потом перезагружаете компьютер, включаете Overwatch и выбираете регион Европа, и вы будете играть на европейских серверах. Так, если вы хотите вдруг захотите обратно вернуться к азиатский регион, вы можете просто зайти в это правило и отключить вот эту галочку. Применяете, окей, и вы будете подключаться теперь автоматически азиатский регион. Или можете просто взять вот это правило, удалить просто вот так. Окей. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте. И если будут вопросы, пишите. Всем пока.